Всем всего самого доброго, светлого и чистого. И низкий вам земной поклон. Я Лена из Канады, Ванкувер. И здесь я посмотрю Grand Tableau. Расклад на все 36 карт Ленорман. Это мощный расклад, который вообще считается самым грандиозным. И будет выкладка 9 на 4. 4 ряда по 9 карт в каждом. На картах Under the Roses, под розами. И хочу сказать, почему я именно делаю на эту тему. Это тема Казахстана. Казахстан до конца года. Какова будет политика, тенденции экономические, политические. Это важно смотреть на картах, естественно. Во-первых, почему именно Казахстан? Мои зрители в основном, ну, по статистике, да, происходят из таких стран, как Россия, Украина, следующая страна – Германия, следующая – Казахстан и еще Беларусь. Вот это таких пять основных стран, в которых живет больше, самое большое число тех, кто смотрит мое видео. Поэтому я для этих пяти стран делаю грандиозное табло. Если вы не живете в этих странах, неважно, интересоваться миром нужно, это говорит о вашем кругозоре. Чем шире кругозор, тем умнее и лучше мы живем, тем мы счастливее понимаем тенденции в мире, а значит, можем экономически улучшить свое положение. Итак, Казахстан проходит у нас по карте Солнце, потому что солнечный Казахстан, мне пишут часто. Привет из солнечного Казахстана. А вот, так что я взяла карту Солнца. Для сигнификации, подождите, я ее вовнутрь положу. Итак, это сигнификация Казахстана, карта Солнца. А я буду делать быстрый расклад. Это, несмотря на то, что он грандиозный, он тоже будет такой, знаете, быстрый. То есть конкретный, быстрый по делу. Поэтому буду я использовать здесь одну технику. Grand Tableau имеет массу техник, по которым можно читать. У меня есть курсы по Grand Tableau. Очень интересный расклад, многообразный, но самая главная техника на Grand Tableau – это near and far. Near – это близко, far – это далеко. Что ближе к карте Солнца, то есть к сигнификации Казахстана, то более актуально для людей там и вообще во всем мире, чтобы нам знать ситуацию, да? Что Казахстан играет какую-то роль, да, большую, я бы сказала, роль в мировой политике и экономике, да? Вот что far, то есть далеко, играет меньшую роль для страны. Ну вот, карты сейчас готовы уже, видите, я их очень хорошо перемешиваю. А вы, кстати, можете тоже раскладу задавать свои вопросы. Не обязательно по стране, там будет карта мужчины и женщины, пожалуйста. Здесь можете смотреть свои отношения тоже, если вообще к Казахстану никакого отношения не имеете. Кстати, кто до этого места не дослушал, сам виноват. Кто не спрятался, я не виноват, как говорится, да, потому что здесь тоже и для вас, как для личности. Если загадаете себя 29-ю карту или мужчину 28-ю, у нас есть 29-й, 28-й дом, мужчина и женщина. И расклад по домам – это каждый дом 1, 2, 3, 4 до 36-го дома. В какой дом попадет какая карта, отвечает на конкретные вопросы дома. Так что можете рассматривать что-то для себя, независимо от страны, да, в которой вы живете. Итак, ну вот у нас, смотрите, первая карта – мужчина. Ну, вы сами видите, какие карты здесь. Очень простые в понимании. Вот Казахстан, да, у нас солнце – это сигнификация Казахстана. Интересно, что дом, видите, пятый дом. В пятом доме вышла эта карта, это дом дерева. Это род, родовые корни. Здоровье, здоровье страны, да, но оно сейчас под угрозой, видите, тучи, следующая карта, здоровье страны под угрозой. 3, 6, 8, и еще одна, вот это первый ряд закончили, идем на второй ряд. Тяжело ли будет Казахстану в новых реалиях, потому что мир теперь поменялся, это дом коса, и там крест, конечно, нелегко. Когда мы рассматриваем страну, мы смотрим, что близко, то есть что вот вокруг карты Солнца, да? Видите, люди уезжают из Казахстана. Некоторые приезжают, много приезжают из России, многие хотят уехать. Ну, это данность, да, карта крысы, это нервы, это покидают многие страну. Или уже покинули. Может, кстати, вы казах, но смотрите из другой страны, из третьей страны, там, где вы живете сейчас.
Вы переехали недавно или давно? Тоже вас интересует, правда? Леса открываются, какие-то дороги для страны. И что-то хорошее открывается, да. В принципе, карты три хорошие вокруг страны и две плохие. Ну, я сейчас подробно расскажу, я вначале выложу все. Вот вы в доме мужчины. Так что, если вы смотрите независимо, не смотрите вообще на страну, то есть вашу судьбу только независимо от того, где вы живете, в какой стране. У вас сложные отношения, кармический мужчина, и вы с ним можете жить долго и счастливо, потому что, несмотря на то, что он кармический, тяжелый человек, вы можете с ним долго и счастливо жить, да, он к вам хорошо настроен. Вы в его доме, он вами интересуется. Но карта гроб в вашем доме говорит, что, может, вы какие-то потери недавно пережили, я соболезную, надеюсь, что у вас все хорошо. Или же вы боитесь чего-то, очень сильно боитесь за свой дом, да, за своих родных, за детей, если вы живете в Казахстане, да, вы боитесь, потому что неизвестно, как все будет, да. Что-то у меня одной карты не хватает здесь, как такое может быть? Как такое может быть, мои дорогие? А в этой колоде у нас две карты детей, я, видимо, случайно две убрала, и две карты пар, две пары, я одну пару убрала, чтобы была одна пара. 36 карт нужно, да, гранд-табло. Но современные колоды, многие имеют дополнительные карты. И вот случайно абсолютно я убрала тоже карту ребенок. Видите, какая судьба, да. Тоже две карты ребенок. Я случайно убрала две. Я знаю, что в этой колоде две карты ребенок. Хотела убрать одну, убрала две. Значит, напомню еще раз, кто не понял. А у нас в Ленорман традиционно 36 карт. И расклад на дома из 36 домов. Но в дополнительные карты в модерных колодах. В этой колоде под розами у нас есть две пары. Эта пара еще одна. И есть две карты ребенок. Двое детей, да, типа. Ну вот, я, видите, убрала случайно. Случайного ничего не бывает. И лишнего бывает только у папа жена, но не у меня. Это я сделала, видимо, интуитивно. И поэтому получилось так, что в конце расклада одной карты не хватало, я посмотрела, что я убрала, я увидела карту ребенок, то есть ее не хватало. Итак, последние карты расклада по судьбе, да, по перипетиям судьбы, по тому, что суждено, выпадает ребенок. Ну, у Казахстана может быть новый путь. Новый путь, новые возможности. Хотя карта Солнца, карта сигнификации страны очень далеко от карты ребенок. То есть, смотрите, возможен новый путь, да, вот это новый путь. Но это очень сложно сделать, потому что путь предопределен. Раз новый путь, счастливый, благополучие в стране, процветание в стране, у нас в конце расклада это возможно, и это будет, но не сейчас, это будет в далеком будущем. Да? Я беру лет 10, не раньше. Страна может процветать, и там может быть очень хорошо, стабильно. Люди даже поедут назад, кто эмигрировал, назад в Казахстан. Но это самое меньшее, что я даю 10 лет, самое меньшее, да. Но вообще карта 36, может быть, и 36. 3 плюс 6 – это у нас 9, 9 или 10 лет. Ну и да, и 36 может быть. То есть это следующее поколение, да, карта ребенок иногда показывает на следующее поколение. Людям в этом поколении в Казахстане жить очень тяжело, потому что аисты и тучи. Политика Казахстана очень сложная, страна очень сложная, страна по своей территории огромная, буквально, ну, одна из самых больших в мире, больше всей Европы, ну, Европейский Юнион, больше всего Европейского Союза вместе. А живет там менее 20 миллионов людей, вы сами понимаете, что страна, ну, территория пустая. Почему пустая? Ну, знаете, от хорошего не уезжают, люди уехали, и люди не... как бы, ну, не расширяют семьи по причине того, что не знаю, смогут ли прокормить детей, да, потому что очень большая бедность, большая коррупция и большая тоже, видите, коррупция. Коррупция в стране сумасшедшая, связанная с тем, что это практически монархия. Все бывшие страны Советского Союза, те, которые на восток, это монархии своеобразные, да.
Тем более, что те страны, в которых много природных ресурсов, это монархии или сложные экономики. И в Казахстане огромное количество природных ресурсов, и это уже по статистике. Везде в странах, где природные ресурсы используются, чтобы их вывозить в другие страны и получать это деньги, это или коррупция, или монархии, или же это, ну, вот такие бандитские государства. Так что вот именно из-за природных ресурсов. Это, знаете, такое проклятие природными ресурсами говорится. Для примера приведу Швецию. Да? В Швеции тоже очень много природных ресурсов, кто не знает. Но все деньги, которые государство получает за торговлю нефтью, они складываются в определенный такой карманчик, да, в такой фонд, в такие фонды, которые не тратятся вообще, потому что Швеция изучала опыт других стран и поняла, что будем использовать денежки, заработанные вот на торговле природными ресурсами, страна покатится в тартарары. Поэтому есть такой фонд, там триллионы долларов есть уже у Швеции, и Швеция будет использовать эти ресурсы, эти накопления для того, чтобы перейти на зеленую энергетику. Потому что природные ресурсы принадлежат всем людям. Ну, естественно, какой правитель будет делиться с людьми, да? Поэтому вот обычно там и разборки в таких странах, и бандитские группировки, или монархии. Если монархии, то как бы все идет в монархию. Например, как в Саудовской Аравии, да? И монархия уже, если хочет, она людям там выдает что-то, что она считает им нужно. Но вот эти все страны, где торгуются ресурсами, они вот в такой турбулентности находятся. Поэтому торговать природными ресурсами нельзя. Это наша матушка-Земля строит такую кармическую преграду. Называется ресурсное проклятие. Если кто не знает, можете гугл, это экономический феномен. Называется проклятие природными ресурсами. И Казахстан одна из этих стран. Тем более, что в Казахстане, Северный Казахстан, он под вопросом. Да, вот у нас, видите, тучи, северные тучи. Говорят о том, что может быть такое, что Северный Казахстан отойдет России. Да, вот будет такая как бы полоса, как Россия выставляет с другими странами для того, чтобы вот, ну, то, что они делают, они делают. Я не буду давать сейчас этому название, потому что сейчас у меня посыпятся помидоры. Ну, как есть, так есть, да. А вот Казахстан, скорее всего, по крысам и по тучам будет вот похож на Беларусь, такой сателлайт, такой спутник России, как Беларусь со временем. Он уже такой есть, да. Вот, экономика зависит от двух стран, видите, две страны, это Китай и Россия посередине. Формируется теперь что-то похожее на бывший Советский Союз, этого хотят люди в этих странах. В Казахстане, очевидно, в меньшей мере хотят, но тоже есть тенденции к этому, особенно в Северном Казахстане. А формируется новый этот союз, и получается компенсация. Те страны, которые отошли от Советского Союза, к ним относятся Балтия, Молдова и Украина. 30 стран Балтии, да? Поэтому 4 страны будут заменять. Ну, Казахстан был частью Советского Союза, он и остается в этих рамках. Добавляется Китай. Будем видеть, что дальше. Мне иногда высшая сила показывает, что добавится еще какая-то совершенно другая страна, типа Вьетнама, тоже добавится в прошлый Советский Союз. И Корея, да, Северная Корея имеется в виду. В общем, вот такие вот пирожки не очень хорошие. Для мужчин это очень сложно, потому что у Казахстана нет совершенно никаких, как бы сказать, никакой армии, да, очень мало армии, очень страна имеет бедную очень экономику, вот, но, ну, трудно им, потому что они как бы окружены теми странами, с которыми они должны как-то взаимодействовать, да, эти страны, они таковы, какие есть. Я не буду делать никакие выводы. Вы сами делаете выводы. Это Россия и Китай. Поэтому они, конечно, будут держаться этого лагеря. Сейчас мир разделяется на две части. Видите, не зря Казахстан вот на водоразделе. Видите? Центр расклада. Луна. Много обмана, много тумана густого, много потерь, много потерь независимости, связанной с тем, что, в общем, они будут выполнять волю как Китая, так и России, скорее всего. Они как бы между двух огней, тем более, что экономика очень слабая, да, а территория огромная. Вот, теперь не в территории дела по всему миру, а дело в том, какие там есть в этой стране независимые суды.
демократическое правительство и как люди могут экономически жить хорошо, потому что если экономика в стране стабильная, когда политика в стране стабильная, тогда и экономика в стране стабильная. Значит, люди инвестируют в экономику, страны богатые, например, Германия, например, Канада, да. Но я не вижу в Казахстане этого никак. Значит, с чем это будет связано? Ну, смотрим с вами, где карта денег, а где Казахстан. Видите, как далеко, да? Вот такая вещь. Для вас, как для женщины, в принципе, смотрите, не все не так плохо. Спокойно, если вы в своей семье живете как бы во внутреннем пространстве, потому что здесь получается, что страна очень тоже, она такие ценности там старого порядка, и если ты, женщина, не высовываешься, так, в принципе, ты будешь, вот видите, договор с мужчиной иметь, что он тебя защищает, ты будешь жить у себя там во внутреннем пространстве по старым законам мироздания. У мужчин развилка, им сложнее, им опаснее, вот, на них больше, как говорится, ответственности в таких странах, да, очень большая тяжесть у них на душе лежит, им тяжело, любят свою страну, но ничего делать не могут. Мужчина далеко и женщина далеко от самой страны. Каждый занимается своей семьей, хочет выживать, и это все understandable, это все понятно. Но в стране очень-очень трудно. Что еще? Насчет санкций. Ну, мы знаем, что все теневая экономика, которая идет из России, которая ну, вот, через третьи лица, она проходит в основном через Казахстан, так что там много очень нелегальных структур или структур теневых. Это мир знает, поэтому вот такое отношение, да. Ну, вот это я вижу. Теневые структуры, видите? Густой туман, теневые структуры крысы, теневые структуры тучи. Это все вокруг Казахстана. Слушайте, ну не стреляйте вы в пианиста, он играет как умеет. Тем более на этой линии Казахстана у нас еще карта плетки. Так что, ну, сложно там, сложно. Люди хорошие, люди везде хорошие, да. Но, к сожалению, правительство вот такое, какое есть. А так что мы там видели, что там осмелел казахстанский лидер, там что-то он возразил лидеру России. Ну, знаете, это просто он хочет больше плюшек для себя, там все это дело. Круговая порука. Людям нужно сидеть, не высовываться там или уезжать из страны. А закроются ли двери в Казахстане для выезда людей? Знаете, я не вижу, что закроются. Можно будет и в следующем году, если есть желание уехать или есть деньги. Ну, без денег никуда не поедешь, конечно. В общем, если есть вопросы, задавайте по раскладу, смотрите сами. Карта денег – это карта рыбы. Она от Казахстана далеко. Будет страна в бедности жить, к сожалению. Ну, потому что после развала Советского Союза все республики истощены, много очень коррупции и так далее. И тем более природные ресурсы, я уже разговаривала об этом. Знаете, когда говорят люди, что мы богатая страна, у нас природные ресурсы, сами не понимают, что говорят, потому что там, где идет речь о природных ресурсах, о ресурсах страны, люди будут бедные. И будут, конечно, политические разборки и большая борьба бандитов между собой. Мы так видим по всему миру, это тенденция всего мира. Я экономически получила образование, кстати, для себя. Я в открытом университете здесь, в Канаде, получила образование экономическое, так что я знаю, что я говорю. Я вам могу пригодиться, я и в экономике разбираюсь, и в финансах, естественно, разбираюсь в эзотерике, как вы сами знаете. Вот так что многим могу пригодиться. И, пожалуйста, приберегите свои злые слова где-то в середине, потому что я как сумела прочла. Могла бы страна Казахстан быть богатая, да, могла бы, но пока не судьба, пока ключевые проблемы я назвала. Высказывайте свое мнение, уважайте мнение других. Всем здравого смысла и до новых встреч!